Здравствуйте, друзья! Мы на нашей стройке в Сеннивилле. Вы видите уже тут, как более-менее красиво все получается, хотя еще много всякой работы. Тут труба не закопана, тут траншея. И мусор не вывезен. Сегодня суббота, друзья, вы видите, строителей нет, но уже попозже, может быть, с утра были, не знаю, холодильник тут поставили. И какая-то работа. А, я понял, они закрыли каунтер, чтобы не поцарапать, и собирают кухонные ящички здесь. Здесь было еще неделю назад, тут было много-много коробок всяких и ящиков, которые потихоньку превращаются в мебель. Опустел задний двор, так его, можно сказать, привели в порядок, но это не совсем окончательный вид порядка. Вы видите наши ступеньки, крылечко, и должен быть сделан еще уклон туда, в сторону забора. Это пока просто мусор убрали. Вау, как здорово! Вот совершенно меняется вид комнаты, когда в ней появляется скайлайт. Это совершенно другая комната. Освещение. Да, это появляется как будто бы искусственный свет. На самом деле это солнечный свет вот отсюда идет. Но вид этой комнаты совершенно стал другой. Чего мы еще ждем? У нас вот в этом месте примерно находится этот отопитель на крыше, на чердаке. Так. И вся проблема в том, что я очень хочу вот такой же скайлайт сделать вот в этой ванной. В соседней комнате. Но вся проблема в том, что там на платформе находится вот этот вот хитер, и он нам мешает. Поэтому задача вот в такое же место в той ванной найти близко, то есть это уже будет на самой ванной, и сделать там такой скайлайт, и тогда ванна у нас так же заиграет, как это вот. Тут темновато пока, видите, еще не сделали этот скайлайт, и на самом деле вот электричество здесь тоже пока в таком состоянии зачаточном. Но все покрашено. Так, шкафчик, ванна. Так, в общем, практически завершенный вид такой. Эта комната давно уже имеет вполне приличный вид. Там у нас шкаф. Так, еще одна спальня. Видите, с видом, с выходом на задний двор. Ты зачем фотографируешь так? А я на Инстаграм теперь все вывешиваю. Понятно. Народ на Инстаграме интересуется? Ну, смотря чем. Да. Я вывешиваю разное. Понял. Да. Ну что, фактически завершенность тут присутствует. Я правильно понимаю? Вот вы видите, тут еще много всякого барахлишка. И в доме не жарко. Знаете, вот сейчас на улице довольно тепло, так мягко выражаясь. Представь себе, Калифорния, середина августа, вот, а в доме прохладно, при том, что никакого электрического, так сказать, охлаждения здесь нет, кондиционирования. Это все-таки такая главная часть дома. Вот заходишь, бабах, там впереди два скайлайта, тут тоже сверху два скайлайта, очень светло. А скайлайт и свет как-то влияют на то, насколько тепло или там холодно в доме? Это специальные скайлайты, у которых двойное стекло, между ними залит вот те скайлайты, там между ними залит газ. Так. То есть они специально теплоизоляционные. Ну хорошо, то есть это как бы ударная часть дома, где люди должны жить. Ну, это, в общем, а в других местах они спят. Да, да, но на самом деле то, что они спят даже, у нас все равно очень классно сделано, потому что большие комнаты, то есть ты можешь там не только спать, только кровать поставить, все-таки комната 12 квадратных метров, вполне себе приличная комната. Свет, вот я хотел спросить, мы сколько строим этот дом уже по времени и когда наконец? Больше года. Больше года. А когда мы начали? В мае. В мае, сейчас август, да. Все это ни шатка, ни валка. Ни шатка, ни когда валка. Закончится? Ну, понимаешь, вопрос хороший, да? Потому что мы, в принципе, готовы к финальной инспекции. Так. Но финальную инспекцию мы не можем сделать, пока нам не поставят новый счетчик. А новый счетчик нам не поставят до 27 августа. То есть вот оно все почему? Так вот завязано. Ну, у них такое расписание, я пыталась на понедельник, на 20-е назначить, они говорят, только может за неделю вперед. Вот, то есть 27-го поставят счетчик. То есть после 27-го только может быть финальная инспекция. Так. Но финальная инспекция — это еще не конец всего. Финальная инспекция — это только дом принят. Так. А дальше начинается. В шкафах нужно палки повесить, это до финальной но инспекции. Но это мы уже не должны больше никому обращаться, чтобы нас приняли. Да, это финальная инспекция, когда они подписывают все бумаги. Электричество к дому, когда? Вот 27-го числа.
можно будет подключить, и, то есть как бы эксплуатацию. Да, то есть как только подключат электричество, вот здесь отсюда, вот он поставил уже лампочки, да? Но еще в некоторых местах нету выключателей. Да. Он специально оставил это, чтобы в случае чего прозвонить можно было, чтобы не надо было снимать все время. Поэтому он ждет электричество, и поэтому пока... То есть тут есть временное электричество. То есть можно было бы теоретически все включить и проверить. Но... Все-таки, вот допустим, 20 там какого там, я не знаю, 7-го. Да, дадут электричество. Дадут электричество. Потом будет финальная инспекция. А через какое время финальная инспекция? Ну, это когда удастся назначить, там, не знаю, пару дней. Да, ну то есть не месяц. Ну. Пару дней. Ну, допустим, 1 сентября приходит финальная инспекция, все приняли. Все? Или там еще там... Нет, так это вот только тогда все и начнется, потому что нужно, вам смотреть, шкафы пустые все. Да. Нужно всюду органайзеры купить. Вот сюда в комнату... Пустые шкафы. Мне нужен этот самый, тоже такой шкафчик с ячейками, где модем будет храниться. Потому что сейчас вот дырка есть. Для электроники, Оно же не может висеть на шнуре. Хорошо. Значит, мы поставим туда стеночку такую. Да? Ну, то есть какой-то законченный вид должен быть. То есть финальная инспекция проверит, что дом, готов к заселению. Но дальше начинается, как всегда, люди въезжают в дом и начинают все обустраивать. Ну, вот от момента, когда пройдет финальная инспекция, допустим, 1 сентября, и момента, когда люди могут реально въехать. Ну, дальше мы будем уже торопиться. То есть вот мы так разговаривали с нашим контрактором, что сейчас здесь очень мало народу, потому что, ну, как бы вот они... Ждем. А тогда он уже нагонит сюда много людей. Ну, в целом, ты довольна проектом нашим? Ну, я так скажу, что он прошел спокойно, да, то есть, как и всюду, это работа, да, нормальная. Во всяком случае, это было без нервотрепки, я не должна была приезжать, проверять, люди на месте работают или нет, то есть, они приходили, они работали. То есть, был нормальный менеджмент? Ну, был нормальный менеджмент, да, и в этом смысле это, ну, производственные процессы, что ты скажешь, настройки на войне, как на войне тут. Настройки, как настройки. Да, то есть, ожидать от чего-то такого, но вполне себе работоспособная обстановка.